Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня для вас, дорогие мои друзья, приготовлю утренний завтрак. Что для этого мне понадобится? Орешки кешью, 3 яблока и творог рассыпчатый. Яблоки очистить от кожуры, отделить их от сердцевины, желательно, чтобы не попадали семечки, порезать их на крупные такие дольки, можно даже и на мелкие, все равно все это перемолится. Итак, сейчас я положу яблоки в блендер. И совсем немножко добавлю кешью. Ну, еще чуть-чуть. Отрезаем ножницами по линии, которая была отмечена, и открываем упаковку с творогом. Теперь мы кладем полученную массу, которая получилась у нас в блендере. Это яблоко с кешью. Добавляем пакетик в кружку. Сегодня я буду пить английский чай. Вот такой. Итак, мой завтрак готов. Всем приятного аппетита. Спасибо вам всем за просмотр. Спасибо вам большое всем за комментарии. И счастливого дня, солнечного вам настроения.